Вдоль по речке, я думал туда, на горы. Там же бурелом мы ездили. Да. Ну, ты проедешь? Ну да. Ну тогда поехали. А я не помню дороги. Куда ты поехал, блядь? Я хлопаю по кукурузе. Нихуёво, я скажу. Да. Блять, они затяжные подъемы пиздец. Ну вот этот спуск, это, блин, просто жесть. Я бы, блядь, конечно, пешком спустился, но может не пошел бы. Вот тут, смотри, там где этот как раз между двух гор разрыв, там да. Люди нормально могут подняться, блядь. А! Подняться. Поехали еще туда дальше. Такие подъемы затяжные я больше нигде не увидел. Попробую на это. Обалдеть.
Ну да, на дорогу там бурелом не хочу. Где? Ну вон здесь. А, блядь, твоя нога! Сука! Один раз поставил, второй раз поставил. Я так думаю, нихуя себе! Кладбище рядом, а вот здесь видишь горушки. Возможно, около 1000 лет назад были кладбища, курганы. Людей не вкапывали, а просто с землей наверх. Сверху засыпали? Да. Блин, мне понравился этот труп, нахуй. Ты видишь, атмосферненько. Ну, там еще если зеленое все будет. Да. Ну поехали обратно, я там попробую спуститься на пару горочек. Я заберусь.
Сколько там? Я здесь заберусь, а хуй знает. Спуститься, развернуться и подняться здесь. Нажми, отпусти заднее колесо. Хорошо, что оно у него само по себе проворачивается. Давай еще раз! Давай.
третьего раза. А ты что, на ровном месте силы потерял? Сейчас куда? Походу домой. Ну поехали, там еще одна вот такая была. Я съеду вроде. Съехать-то я съеду. А доехать? Продольные деревья. Поперечные, то есть. Будут мешать. А ты где? Валера!